Бедцев, генералинис, Жальгеро Ремес. Нясякин, Гаслошимас, Галисук, какие-алтые приколы с Не простой матч такой, потому что и команда оппонента Ванга очень серьезно готовилась к этому, и мы сразу почувствовали по первым минутам этот высокий прессинг, давление такое, вся команда была заряжена тоже. Ну мы со своей стороны мы тоже готовились к тому, что это будет. Мы видели пред, пред, предыдущий матч их. Поэтому, может быть, первые минуты где-то и было немножко недопонимания в том, что нам нужно делать. А потом все постепенно взяли под, под контроль. Сегодня создали много моментов, достаточно много моментов. И те игроки, которые играли, которые выходили, они работали на команду. Самоотдача хорошая все забить нельзя, к этому надо стремиться, как мы говорим, да, но молодцы, браво Жальгерис, браво, то, что переход такой, это не так просто, но сделали свою работу. Повико клейдомис от оппоненту? Ну, гол это неважно, ошибка соперника или это слаженная комбинация. Конечно, это лучше бы была слаженная комбинация, но все наработанное это делает команда. Не забивает один человек, забивает вся команда. и Из этого все вытекающие последствия. Гол ⁇ это гол. За нас из Сибеге команда уже Тарпусова. Супротима с лайку Беган Трункина с Время всегда нужно, потому что мы видим, что сегодня вышли много достаточно новых игроков, которые не играли в предыдущем матче. Это всегда сложный процесс, потому что эта притирка она должна уже как бы и заканчиваться. Но ищем ищем возможности дать всем проверить их уже в игровых условиях и понять, насколько взаимосвязи в линиях, в звеньях они работают хорошо. Есть, есть хорошие положительные, динамичные такие эпизоды, есть, где нам нужно намного работать, а работать надо всегда.